Друзья, всем привет! Часто так бывает, что помидоры не успевают созреть, а за окном дожди и холода. И томаты так и остаются зелеными. Но не спешите расстраиваться. Из таких зеленых помидор можно приготовить много замечательной консервации. И сегодня я с вами хочу приготовить очень легкую и вкусную закуску из зеленых помидоров. Готовится она быстро, просто, получается вкусно. Все ингредиенты и количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. Для начала я беру 800 грамм зеленых помидоров, их мою и нарезаю их кружочками. Также для данной заготовки мне потребуется 120 грамм болгарского перца в очищенном виде. Перец нарезаю соломкой. По вкусу острый перец нарезаю кружочками. Три зубчика чеснока пропускаю через пресс и мелко нарезаю ароматную петрушку. При желании можно добавить немного укропа. Беру большую миску и начинаю все соединять. В миску отправляю помидоры, болгарский перец, чеснок, острый перец, петрушку, добавляю 30 грамм сахара, 30 грамм сахара это 1 столовая ложка и 15 грамм соли. Сюда же вливаю 45 миллилитров 9% уксуса. Все овощи хорошо перемешиваю и оставляю их при комнатной температуре на 30 минут, чтобы овощи постояли и пустили сок. Пока будут стоять овощи при комнатной температуре, я буду стерилизовать банки, а крышки обязательно кипятить. Подготовленные банки начинаю заполнять овощами плотно до самого верха. Для данной заготовки я банки взяла объемом 0,5 литра. Оставшийся маринад разливаю по банкам. И чтобы банки были полностью залиты, я их доливаю кипятком до самого верха. После этого прикрываю крышками и отправляю их стерилизоваться в кастрюлю. На дно кастрюли кладу полотенце, ставлю банки, заливаю их теплой водой. И с момента закипания воды в кастрюле буду их стерилизовать 15 минут. Еще раз повторюсь, что банки у меня объемом 0,5 литра. После этого банки я достаю, плотно герметично закрываю крышки, прикрываю их полотенцем и оставляю до полного остывания. А затем отправляю на хранение в шкафчик. И храню всю зиму, друзья, при комнатной температуре. И если вам понравился рецепт данной заготовки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также готовьте, как я, готовьте лучше меня. И экспериментируйте, друзья, на своей кухне. Всем пока-пока, всем вкусно!